Всем привет, друзья! С вами редакция портала OneTile.ru. Сегодня у нас очень большая компания и особенная тематика, которая будет ориентирована в первую очередь на игры. Меня, как обычно, зовут Артур Бакиров, и, собственно, мое имя не менялось в течение всей моей жизни. С нами также в компании основатель портала OneTile.ru Дмитрий Игонькин. Привет! Наш главный редактор Владимир Малахов, который не будет, правда, ничего говорить. Ну, я могу поздороваться. Всем привет. Также у нас особенные гости — это Василий Макров. Да, привет. И Руслан Поланкоев. Здравствуйте. Эти два человека, они у нас будут представлять, скажем так, оппозиционную, стандартной нашей теме, вроде как «почитание» в кавычках Microsoft и Xbox. В частности, они будут представлять нас группу почитателей Nintendo и Sony отдельно. Насколько это действительно будет правда, ну, посмотрим на самом деле, но мы надеемся, что они смогут представить альтернативную точку зрения, которую обычно говорим. Собственно, сегодня у нас, как вы могли понять, тема — это игры, точнее, приставки этого поколения, или даже одновременно будущего поколения. Мы сегодня хотели разобрать две темы. Первую тему я поднимал несколько раз уже, это анонсы и представления Nintendo Switch, приставки нового поколения, если, конечно же, можно назвать эти приставки новым поколением. А также мы хотели разобрать текущее положение дел с Xbox One. Для этого появилась, скажем так, определенный яркий повод на прошлой или позапрошлой даже неделе, и это сподвигло нас, наверное, записать вот этот большой подкаст. То есть стандартных новостей о том, что там какие изменения произошли в сборке, там, не знаю, винды по инсайдерской, там, не знаю, что там представила Microsoft, этого не будет. Так что если вы хотите про винтофон, и сегодня вы можете нас не слушать, крайне сказать, но этот диалог, наверное, будет заполнен чем-то интересным, поболее даже, чем стандартные наши выпуски. Так что это подкаст Metrocast, 8-й выпуск 3-го сезона. Как и сказал, что меня зовут Артур Бакиров, и мы начинаем. Начинаем мы с Nintendo Switch, поэтому я практически сразу же отдаю слово Василию Макрову, и он расскажет нам, что интересного рассказала нам Большая Красная. Итак, немного, так сказать, релическое отступление. Вообще Nintendo, как бы, я думаю, все знают, что оно в своей... в своих облаках там где-то витает. То есть они уповают исключительно на геймплей, особенно сильно не рассчитывая на железо. При этом, собственно говоря, этот отказ от того, что отказ от самого современного железа влечет за собой то, что у нас почти не выходит игр от других разработчиков, нежели от Nintendo на Nintendo консолях. Это вот как-то вот так вот пошло. От еще со времен GameCube, хотя со времен GameCube все было немножечко наоборот. У GameCube было гораздо круче железо, нежели у Sony PlayStation. Но GameCube очень сильно повредило то, что он выглядел как детская игрушка, он выглядел как коробочка для завтраков. У него даже была такая большая гигантская ручка для переноски. Дальше у нас была консоль Wii с этим, с motion управлением, которая была по факту просто геймкьюбом на стероидах и, соответственно, с этими веселыми пультиками, которая, как ни странно, продалась очень хорошо, почти на уровне с PlayStation 2. Дальше у нас была Wii U, которая та же самая, это Wii на стероидах, но уже с экранчиком. С экранчиком на геймпаде. Wii U абсолютно провалилась из-за того, что там даже Nintendo не особо сильно ее хотел поддерживать. Хотя вышла под нее парочка новых франшиз, таких как Splatoon. И, в принципе, все в основном под Nintendo, уже все привыкли, что под Nintendo консоли выходят исключительно Nintendo игры. Все уже привыкли, что под Nintendo консоли выходят исключительно Nintendo игры. И тут Nintendo делает такой ход конем, выпускает портатив, одновременно и портатив, и стационар в виде Nintendo Switch. То есть что мы здесь имеем? Мы здесь имеем отказ
от архитектуры PowerPC и переход к архитектуре ARM, то есть архитектура у нас портативных устройств, таких как смартфоны и планшеты, то есть переход у нас к чипу NVIDIA, но все равно у нас также возникает проблема совместимости с другими консолями, скажем так, совместимости на уровне разработчиков. Поскольку у нас сейчас и Xbox One, и PlayStation, насколько мне известно, основаны на архитектуре x86. Если я ошибаюсь, пожалуйста, поправьте. Нет, все вот. Верно. Вот. Ну, за это заявлены, в принципе, Skyrim, заявлена уже FIFA, заявлена уже NBA, но в основном мы под Nintendo Switch видим уже все то же самое, что у нас уже было предыдущих, так сказать, на предыдущих консолях. То есть у нас парочка новых IP, новая Зельда, ремастер Марио Карта, можно сказать, ремастер Сплатуна. То есть Сплатун — это, ну, помните, где там мальчики, кальмарчики бегают, обливают краской все вокруг. Вот. Ну и в целом, что можно сейчас пока сказать? Пока, знаете, вот, даже после ревила, даже после обзора, даже после того, как я самостоятельно подержал в руках эту приставку, я все еще ни на что не надеюсь и ничего не жду, потому что это Nintendo. Здесь, в принципе, у нас так же, как и с Wii U, у нас выхода 2. Это может внезапно выстрелить, это может внезапно всем понравиться, это внезапно все будут хотеть. Либо более такой, более уже привычный, более вероятный исход — это то, что Switch останется такой вот консолью для... такой вот консоли для также узкого круга лиц, для узкого круга мариобоев, которым будет нравиться все, а остальные будут ведать, не ведать вообще абсолютно про то, что там у нас происходит, так сказать, в нашем маленьком Nintendo мирке. Василий, okay. Что ты скажешь насчет Nintendo DS? То есть ты рассказал нам про, по сути, домашние консоли Nintendo последних поколений, но про DS ничего не сказал. И как, на мой взгляд, именно Switch встал между Wii и DS сейчас. Ну смотри, да, DS — это, во-первых, у нас это вообще абсолютно консоль, побившая рекорд по абсолютной популярности среди вообще всех видеоигровых консолей, которые выпускались. Там, по-моему, в общей сложности линейка DS продалась в количестве 150 миллионов консолей. Вот. Линейка 3DS также не остается, там, по-моему, 55. Но DS — это был, во-первых, очень интересный эксперимент, а во-вторых, под него, в принципе, достаточно много таких хороших и интересных игр, которые нравятся широкому кругу лиц. Взять те же самых покемонов, я думаю, там, если мы возьмем Северную Америку, то там мало кто не играл в покемонов. То есть, также консоль DS и 3DS, в принципе, вывозила то, что на них есть покемоны. PSP, в свою же очередь, под PSP у нас такие более взрослые игры, то есть выпускались такие маленькие, можно сказать, ремейки игр с крупных консолей. То есть я могу так навскидку вспомнить: God of War выпускался, например. Uncharted, ну то же самое. То есть вообще PSP и PS Vita как-то так завелось, что это консоли такие. Ну, не то чтобы у нас, но вообще консоли — это для JRPG. Вот, то есть на PS Vita, по-моему, гигантское количество JRPG, гигантское количество японских игр, там то же самое. А, по-моему, Сенран Кагура повыходил под нее, такая-то с этими, с девушками в бикини, анимешными, скажем так. То есть там, по-моему, там что-то там, как это называется-то, игры с вокалоидами. Короче, ритм-игры с вокалоидом очень много. Ну, в основном такая очень японская, скажем так, консоль, если посмотреть без учета популярности PSP у нас. PSP у нас была популярна из-за того, что это был медиаплеер. DS у нас была не популярна из-за того, что это не был медиаплеер, это исключительно была консоль для игр. И из-за неправильного маркетинга компании Новый Диск, которая являлась дистрибьютором Nintendo DS у нас в России. Почему-то она посчитала, что DS и Wii — это консоль для малышей, скажем так. Там выходили всякие там игры по фильмам, они у нас очень активно переводились, всякие там феечки, фигеечки, нормальные игры, потом Mario Kart, они тоже выходили, но не стоили там каких-то неведомых денег, то есть стоили уже как полноценные игры. Я немножко забегу, постараюсь это переключить тему. Смотри, Василий, мне действительно всегда интересно стало. Вот мы говорим, что, в принципе, 3DS, там DS, они продавались большими тиражами, но да, мы же понимаем, что если большая часть линейки игр, она является японскими RPG, в принципе, японскими такими супериграми, понятно, то есть ориентированы исключительно для японцев. Но когда я просматривал статистику, я понимаю, что, в принципе, рынок Японии, он не такой большой. Там, к примеру,
PlayStation 3 продалась в Японии всего 6 миллионами, ну, может, ладно, максимум 10, там, если совсем уж детальную статистику посмотреть. То есть рынок Японии, он все равно меньше, чем тот же самый рынок Америки по покупательной способности, за счет чего тогда такие гигантские миллионы набирает японская консоль с японскими играми. С этим трудно не согласиться, но в Японии рынок, так сказать, более густой. Из-за немножечко другого менталитета японцы, не знаю, как так сказать, более, так сказать, привержены к играм собственного производства, так сказать. То есть у них рынок, он меньше, но он гуще в плане продаж и в плане продаж консолей. То есть взять то же самое Xbox One, это исключительно... То есть Xbox 360 и Xbox One — это чисто американизированная приставка, под которую вернемся будет... к этой теме. Мы вернемся к этой теме. Просто я конкретно про DS и количество проданных консолей, получается, в Японии DS-овских, получается. Потому что про PlayStation и Xbox мы вернемся по поводу Японии. Конкретно про DS, я думаю, DS все-таки гораздо сильнее продавался непосредственно в Америке, потому что в Америке, во-первых... А может быть, более сильно было развито ностальгическое чувство там по каким-то там Game & Watch, чем по всяким NES, SNES, в которые, ну, собственно говоря, такая упрощенная графика с этого, с Nintendo DS как-то так возвращала, немножечко, может быть, тоже так, дергали за ностальгическую струнку, вот, но в Японии там выходили, наверное, исключительно японские игры, в большинстве которых мы даже не знаем, то есть там в основном все-таки, да, JRPG и все-таки серия Pokemon. Серия Pokemon безумно популярна как в Америке, так и в Японии, так и, в принципе, в некоторых частях Европы. Я думаю, скорее, больше Западной Европы. Поэтому, как я уже говорил, просто-напросто Nintendo ориентируется, ну как, на американский рынок тоже, но в основном ориентируется на японский рынок, то есть она пытается угадать, что будет интересно в первую очередь японцам. А то, что DS и Wii выстрелила в Америке тоже, это, так сказать, огромная благодарность, собственно, отделу американского маркетинга. Понятно, на самом деле, искренне, хотя... Отдельная тема про, наверное, Nintendo America, наверное, это можно мне долго рассказывать, но это, в частности, уже субъективные. Искренне хочется понять, на самом деле, вот еще такую тему, мы говорили про совместимость, про то, что сменилось поколение, и Switch перешел на архитектуру ARM, в отличие от x86 на PS4 и Xbox One. И, соответственно, многие заметили гигантский крен, который сделала Nintendo, переходя де-факто на мобильный рынок. Мы все видели запуск Mario Run, мы все видели ошеломительный успех Pokemon Go. Сейчас заявлена, насколько я понимаю, новая игра серии, если не ошибаюсь, Fire Emblem, да, для мобильных устройств. Большинство наших зрителей, конечно, скажут, что они даже не знают, что это такое, да, но не суть. Важно. То есть видно, что Nintendo, видимо, спасается с тонущего корабля, коими являются, наверное, их собственные приставки. Но можно ли сделать это так, что, в принципе, возможно, Nintendo рассчитывает, что большинство новых проектов, которые будут выходить на, собственно, Switch, это будут не игры, которые пришли со старших консолей, я скажу именно так, да, там Xbox и PlayStation, а с мобильных устройств, соответственно, заполонит, собственно, гигантский вот этот рынок потенциальный Switch каким-то таким вот, пускай и ширпотребовым мобильным, да, но зато очень дешевым, там, или чаще всего фри-ту-плейным, то, соответственно, она пытается создать вот этот океан в океане, да, в виде притока мобильных игр. Потому что совместимость, ну, то есть перенести с ARM-устройств на ARM-устройство, да и многие, кажется, некоторые считают, как минимум, до сих пор, наверное, что, в принципе, наверное, внутри Switch просто измененный Android. И этому есть основания. Скажем так, нам всем известно, что Nintendo подписала, так сказать, партнерское соглашение с компанией DNA, вот, которая является разработчиком на мобильных платформах. И, насколько я понял, DNA очень сильно давит на Nintendo в плане того, что как раз вот там что-то делать в плане мобилок. То есть мы видели Super Mario Run, мы видели Митома, мы видели... Сейчас это немножечко другое, но мы видим Pokemon Go, как ни странно. Вот. И, наверное, вот DNA играет сейчас вот очень большую роль в плане развития Nintendo. Это можно заметить в том, что у нас приложение для voice-чата будет... у нас voice-чат на Nintendo Switch будет имплементирован исключительно в виде приложения компаньона для смартфона. То есть у нас смартфоны, то есть мобильные устройства, Nintendo Switch будут жить вместе и даже, можно сказать, будут дружить.
Но что из этого выйдет и насколько это будет, так сказать, удобно использовать, насколько это будет... Ну да, в прессе все удаляется у нас в удобство использования. Насколько это удобно, не будет ли это там каких-то там, таких каких-то проволочек очень серьезных. Но в целом надо на это смотреть, надо это пробовать, надо это щупать. Я, наверное, постараюсь закругляться с темой Switch, поскольку у нас тема Xbox, большая часть основная, на самом деле, про компаньонство мобильных устройств и приставок. Эта тема начиналась в начале, точнее, в конце жизненного цикла Xbox 360, в начале Xbox One. Как все помним, инициативу Xbox Smart Glass, и, скажем честно, я если внимательно посмотреть список игр, точнее, которые поддерживают Smart Glass, можно заметить, что, в принципе, их количество откровенно ничтожно. Соответственно, телефоны, точнее, игры, которые используют телефон в качестве второго экрана, а-ля как на 3DS, там, да, их очень мало. Так что, возможно, это очень поздняя инициатива и заранее провальная. Я просто мысли вслух такие. Не буду просить коммент по этой теме. Смотри, последняя тема, наверное, это Virtual Console, получается, на Nintendo. Мы все помним, соответственно, что во многом Wii U там, наверное, да, и DV, наверное, если не правильно ошибаюсь, они поддерживали Virtual Console и вытягивали по помощи ностальгических вот этих игр как бы аудиторию. Switch'у, понятно, нужно релизы большие с предыдущих консолей, чтобы как бы, ну, народ не понимал, что их не киданули в очередной раз, потому что мы все знаем эти классные ререлизы там, с покупкой очередной раз, там, да, но мы всем приятно видим, что, например, Xbox One объявил, что там игры от Xbox 360 поддерживаются нативно и бесплатно, да, ты уже имеешь старые релизы, ты получаешь их бесплатно. Как ты думаешь, соответственно, какая история сейчас будет с Virtual Console? Будет ли она, соответственно, на Switch, и будет ли она поддерживать, соответственно, игры с Wii и Wii U? Nintendo, знаешь, вот я тебе скажу, Virtual Console — это всегда была очень больная тема Nintendo, то есть всегда там, что бы они ни делали, то, что бы они ни делали, фанатам все равно это не нравилось, то, что они делают. Virtual Console на Switch, естественно, будет, но я думаю, они откажутся от обратной совместимости с Wii и Wii U полностью. Потому что у огромного количества людей есть Wii, у, я бы сказал, крайне малого количества людей есть Wii U, но, в принципе, все основные релизы, которые у нас были на Wii U, они, в принципе, я думаю, будут дублироваться и на Switch. То есть берем ту же самую Зельду, которая Breath of the Wild, она выходит у нас как на Wii U, так и на Switch. То есть у нас дублируется. Берем Mario Kart 8, он тоже выйдет на Switch. Берем Splatoon, он тоже выйдет на Switch. Таким образом, у нас Wii U остается исключительно до каких-то там вообще obscure, так сказать, релизов, для которых, в принципе, там только исключительно фанаты уже купят. То есть, я думаю, обратная совместимость с Wii и Wii U у нас не будет. Обратная совместимость с GameCube — очень больной вопрос. На Wii U ее не было. На Wii она была имплементирована просто, ну, она была имплементирована полностью, потому что Wii — это, по факту, GameCube на стероидах. Все очень больной вопрос. Постоянно это Super Mario Sunshine, это с GameCube, то есть Super Mario, и Super Smash Bros. Melee. Super Smash Bros. Melee считается, так сказать, самым лучшим смешем вообще. Вот, ну, этот смеш, это, напомню, это файтинг-игра, где сразу же 4 человека играют. Типа как PS All Stars Battle Royale. Не знаю, я не могу привести пример, что там выходило у нас на Xbox. Но, короче, суть в том, что Melee — это все хотят Melee, все хотят в него поиграть, все хотят его купить. Для Wii U он не вышел в качестве Virtual Console. Я думаю, для Switch тоже не выйдет в качестве Virtual Console. Потому что, ну, во-первых, все это хотят. Nintendo, я думаю, там с нами немножечко, так сказать, как на чертовой скрипке играет в этом плане. Вот. Во-вторых, ну, не знаю, это просто, так сказать, отдельная кучка людей, которые хотят вот что-то там вот... Дайте мне старое, не хочу новое, старое и все тут. Дальше Super Mario Sunshine тоже у нас не выйдет, потому что под Super Mario Sunshine требуются аналоговые триггеры, а у нас на Switch триггеры цифровые. Nintendo 64, естественно, игры будут выходить, от SNES тоже игры будут выходить, от портатива тоже, может быть, будут выходить, но людям все равно будет мало. Люди в любом случае, чтоб ты им под Virtual Console не пускай, они все равно будут недовольны, им все равно будет чего-то не хватать. Поэтому, в принципе, мы будем видеть то же самое, что мы видели на Wii U в плане вот как раз от Virtual Console. Да, странное дело, потому что когда выпускают новые релизы на обратной совместимости 360 с Xbox One, народ очень радуется, наоборот, как раз-таки. Особенно, блин, была тема с Red Dead Redemption. Ладно, на самом деле, видимо,
попрошу в одном предложении, буквально коротком, твое мнение, какое будущее будет у Switch? Скажем так, будущее у Nintendo Switch зависит только от Nintendo, зависит только от маркетинга, зависит только от поддержки third party. То же самое, что и с Wii U, в принципе. Все понятно. Окей, ребята, наконец-таки вы сможете проснуться от всего этого Nintendo зависимости, и мы наконец можем перейти к Xbox One, да? А, на самом деле, в чем причина этого разговора о том, что что-то не так с Xbox? Конечно, что-то не так с Xbox началось ровно тот момент, когда Дон Мэтрик сказал, что теперь онлайн forever, да, и, соответственно, нельзя больше, чем 24 часа отключать приставку от интернета и прочие такие темы, когда у нас всех челюсти повисли, на самом деле, и мы не очень понимали, что тут творится. Тогда, в какой-то момент, я пытался, наверное, на полдня защищать Microsoft и говорил, что, в принципе, они выбрали стратегию Steam'а, и, в принципе, это вообще во всем этом читалось, но, окей, это время ушло, сейчас Xbox — это типичная стандартная консоль, она полностью копирует в своем поведении PlayStation 4, и сейчас просто мы видим отставание по количеству продаж Xbox One от PlayStation 4 в два раза. Продан Xbox One 26 миллионов, PlayStation 4 55 миллионов. Но в целом эти цифры показывают о том, что вообще весь рынок консолей сильно просел. Для примера, продано 360 84 миллионов, продано PlayStation 3 80 миллионов, продано Wii 101 миллионов. И вот, соответственно, что-то тут не так. Мы не будем говорить про железо, мы сами знаем, что Xbox One слабее, чем PlayStation 4. Мы будем говорить про игры. И с играми для Xbox One, в принципе, все очень плохо, потому что Nintendo Switch еще не вышел, а уже заявлено 15 эксклюзивов для этой консоли, как минимум. Вот в текущий момент эксклюзивов для Xbox One чистых, не консольных, не Windows 10 и Xbox One, всего 34. То есть, понимаете, в два раза всего лишь разница, потому что как бы Xbox One на рынке аж сколько там, 3 года, да, наверное, практически сейчас будет. В общем, причина появилась, на самом деле, прямая в том, что отменили игру, такая AAA, System Seller, это Scalebound, тут Platinum Games, хороший слэшер в стилистике Bayonetta и Metal Gear Rising Revengeance, и многих, ну, на самом деле, у многих бомбануло, откровенно сказать, бомбануло в том числе и у меня, но... У меня не было откровенного мнения о том, что это такое будет, поскольку это очень напоминало Devil May Cry, но игра все же... Такая игра должна была быть на Xbox, и в том числе в качестве эксклюзива, поскольку таких тайтлов на приставке не было. Толком нам ничего не объяснили, многие сказали, что во всем виноват на самом деле Platinum Games, они просто относились к разработке как к источнику бабосиков и не вкладывали туда душу. Ну, это отдельная тема. Мне, собственно, хочется услышать мнение по этому поводу ровно у всех. Сначала, наверное, у Димы, потом у Руслана, потом у Василия. Ребят, давайте. Что не так с Xbox? С Xbox, мне кажется, вообще все отлично и хорошо. И сразу скажу, что я вообще не фанат ни Xbox, ничего. Там последние года полтора-два я уже совсем остыл к этой теме. И там могу играть на компе, могу чуть-чуть поиграть на Xbox. Если бы у меня была PlayStation, я бы не страдал, что у меня от Xbox. И вообще мне было бы все равно, на чем играть. Потому что я уже давно особо не геймер. Но, на мой взгляд, помимо того, что ты сказал, изначально Xbox One позиционировался не совсем верно. И некоторые особенности реально вызывали не то что вопрос, а вполне справедливое негодование среди как фанатов, так и просто зрителей, которые смотрели за происходящим. Проблема немножко в другом, в том числе, и эта проблема сильно повлияла на именно успех Xbox One на рынке. Microsoft последние годы имеет какие-то серьезные проблемы с рекламой и с распространением своих продуктов вообще в мире. Если вспомним, в скольких странах начал продаваться Xbox One сразу после старта, их будет, по-моему, меньше 10 точно. И при этом PlayStation продавалась практически везде. То есть PlayStation на год раньше начала продаваться в России. И, соответственно, она рекламировалась.
И рекламная кампания Sony в этом случае строилась очень правильно. То есть, например, идешь по Москве, видишь рекламные плакаты. PlayStation 4 — единственная приставка нового поколения. Это же правда? В случае российского рынка, правда. У Sony замечательный маркетинг в России, просто великолепный. Не только в России, вообще везде. Соответственно, Microsoft отстала на год вот с этим неправильным распределением по географии. Вторая причина в том, что в первых ревизиях, вообще как бы первый год, консоль продавалась только с Kinect, что было дороже, и при этом Kinect, ну, прямо так скажем, никому особо не нужен. Особенно он не нужен разработчикам. Разработчикам просто неинтересно с этим возиться. И как только Microsoft решила выпустить такой вариант комплектации, где нет Kinect, это позволило удешевить коробку, и продажи пошли вверх. Вот, откровенно говоря, мы как представители такой игровые энтузиасты, которые более-менее разбираются в том, когда какой релиз, какие игры эксклюзивны, какие не эксклюзивны, мы не настолько сильно влияем на продажи приставок. Вот, например, я сейчас уже вообще почти не слежу за тем, когда какие игры на какой приставке выходят, на какой платформе они выходят. Я играю в основном в мультиплатформу. Я играю... Вот мне реально сейчас понравилась штука вот Xbox Play Anywhere. То есть, в принципе, как большинство людей, берут приставки ради мультиплатформы. Да, если мы вспомним, когда вот в то время, когда вышла GTA 5, никто не разбирался, есть ли GTA 5 на PlayStation. Просто люди приходили в магазин и говорили, типа, я хочу GTA 5, скажите, что мне нужно для этого? Вот. В некоторых магазинах говорили, вот у нас есть Xbox, и в некоторых магазинах говорили, вот у нас есть PlayStation, тогда еще 360 и 3. И насколько я помню, вот тогда приставки просто получили бум продаж. Точно цифры я не помню, но продажи Xbox 360 в России выросли просто в дятки. Именно в тот период. И, соответственно, как на мой взгляд, отмена Skillbound, ну, отменили. Вот серьезно. Это не отмена GTA. Вот если, например, ну, привяжемся к франшизе GTA, потому что ее знают все, в нее играют практически Мне кажется, все. Лучше Call of Duty сказать. Даже Call of Duty. Вот, лучше, да. Или Battlefield, Call of Duty. Вот любые громкие франшизы, как только какая-то из консолей скажет, то есть там Microsoft или PlayStation, или Sony скажет, что вот эта часть франшизы выходит только у нас. И вот тогда, может быть, что-то сработает. А такие игры, как Skillbound, ну, вот мне она вообще не интересна. Вот серьезно. Мне вот эти вот японские всякие анимешные штуки не то, что не нравятся, но... Ну, ладно, окей, они мне не нравятся. Ну, а в целом, разве не влияет это на имидж консоли со стороны покупателя? Что вот, был эксклюзив отменили. И, насколько я знаю, были еще до этого некоторые игры эксклюзивные для Хуана, которые тоже отменили. Во-первых, таких игр особо не было. Скорее, были игры, которые сначала выглядели как эксклюзив для Хуана, типа Quantum Break, а потом они вышли на Windows 10. И потом... в Steam. И потом они появились в Steam, причем... это было в течение полугода. И действительно, это наносит такой вот легкий ущерб. Но это не фатальный ущерб все равно. Ну окей, давайте я приведу пример сейчас того, что на самом деле, возможно, сейчас, если некоторые люди уже слушают готовый подкаст, они, возможно, увидят, что они даже не слушают его, они, скорее всего, увидят о том, как я играю в Rise of Tomb Raider. Поэтому, возможно. Это такой, как бы, типа эксклюзив. Вот так. Эксклюзивность временная, возможно, да, консольная, причем на один год Rise of Tomb Raider. Насколько вот этот систем селлером является, поскольку я многие как бы вещи слышал, потому что, как бы, окей, я купил, потому что я хочу сыграть Лару прямо здесь и сейчас. И я вот тот человек, который прям хотел здесь и сейчас Лару получить. Но это все-таки не та франшиза, ради которой люди будут прибегать в магазин просто для того, чтобы дать мне что-нибудь, чтобы я поиграл в Лару. Нет, это не GTA, это не Battlefield, это не Call of Duty. И не Uncharted. Да, вот Uncharted — это просто вот реально гигантская штука, которая интересна практически всем. Вот я и в нее хочу поиграть. Я тоже хочу сыграть, поскольку я понимаю, что Лара новая копирует Uncharted, а Uncharted, да, значит хорош. Да. Хотя это очень смешно, потому что Uncharted как раз взял практически все из самой первой Лары. Да, это был ответ Sony на Tomb Raider, который был успешен на PC, насколько я помню. Или я вру? Ну, он был... Ну, первый Tomb Raider, в принципе, серия Tomb Raider, до, по-моему, до третьей части она выходила только на компе, если я не путаю. Она была очень популярна
и когда появился Uncharted, он просто поставил новую планку, и Tomb Raider уже такое стал. Про него практически все забыли, как мне кажется. Ну, в этом виноват в первую очередь сами разработчики, поскольку мы все знаем историю Angel of Darkness, мы все знаем, как не очень зашел Legend или попытки возродить серию при помощи Universal. Но это вообще отдельная тема, я просто очень люблю Lovecraft, хотя и не фанат на самом деле. Я люблю перезапуск, мне не нравятся прошлые игры, поэтому. Мы вообще, кстати, да, вот сказали про что не так с Xbox, мы говорили, да. Знаете, вот отдельная тема как раз-таки Call of Duty, вот эти эксклюзивные временные DLC, первыми выходящие на PlayStation 4, например, сейчас есть такая тема, да, очень странная эксклюзивность, но как думаете, например, такие вещи, они сколько сильно влияют на продажи консолей? Я лично думаю, что они практически вообще не влияют на продажи, но это что-то вроде вишенки на торте. Ты получаешь консоль, и у тебя еще такой небольшой бонус есть. Как, например, в Destiny ты можешь получить дополнительные карты для мультиплеера, для PvP, можешь получить дополнительное оружие, которое не будет у других игроков на Хуане, я имею в виду. Ну, просто дополнительный приятный бонус, еще раз подтверждающий, что ты не зря взял консоль эту. Это как Battlefield 1, играйте первыми на 2 дня раньше на Xbox One с EXS. Нет. Это как купите Fallout 4 и получите Fallout, например, 3. Бесплатно. По обратной совместимости, да. Вот здесь я вообще не соглашусь с Русланом, потому что вот эти вот все карточки, оружие, ну, это совсем не то, что, например, я, как владелец консоли, хочу видеть. Я хочу, как бы, видеть что-то типа обратной совместимости на PlayStation. Вот сейчас, например... Но она была в третьей PlayStation. Да, и, как сказали сами Sony, она себя абсолютно не зарекомендовала. И... Она дорогая была, потому что, извини, внутри третьей плойки, первая ревизия, где, собственно, только и была вот эта обратная совместимость, он сидел внутри PlayStation 2, прям кусок PlayStation 2 не встроен, понимаешь? Эмулятор, Это не эмулятор был, это же физически железо было. И пойми правильно, это сильно удорожало консоль. Все знают, PlayStation 3 на запуске стоила конский ценник имела просто. Ну да, и они начали зарабатывать на своей приставке очень-очень нескоро. Ну, шутки шутками, в свое время PlayStation 3 был самым дешевым Blu-ray-плеером на рынке. Как и PlayStation 2, в принципе, была самым дешевым DVD-плеером. А сейчас на рынке самый дешевый 4K Blu-ray HD-плеер — это Xbox One S. Как бы не смешно. Да. Но подождите, я не договорил про то, что получает, например, владелец Xbox One сейчас. Именно рядовой, не тот, который там ждет, когда родится какая-нибудь крутая франшиза эксклюзивная, которая может оказаться, например, как No Man's Sky. Все ждали, типа, вау-вау-вау, наверное, это будет супер-пупер, а в итоге оказалось, ну, Вот. Руслан, а помнишь, еще такая штука была у вас, эксклюзив на PlayStation, где там оборотни, 19 век, викторианская эпоха, вампиры? Ордер. Да. Вот, тоже ждали то, что будет, вау, как там все будет круто, это типа новая франшиза и все такое, и... Ну, она красивая. Ну, она скучная, она не очень интересная, в нее не очень интересно играть, но она красивая. Вот, я просто... Я ее взял за касательно распродажи, я абсолютно не пожалел. Подождите, дайте, пожалуйста, закончить мысль. Ладно. Я веду к тому, что сейчас вот рынок именно игр, это рынок либо перезапусков, либо сиквелов, либо просто отъязвлений всяких боквелов в рамках какой-то знаменитой франшизы. То есть новых... Франшиз практически не запускается, как в свое время. Там тот же Uncharted, Halo. Нет такого, вот, как было. Ну, это уже, возможно, кризис идей. Много времени. Кризис идей, да. И чтобы что-то придумать новое, что также затянет. Но в случае Xbox One, благодаря обратной совместимости, ты получаешь не только новую часть какой-то франшизы, но ты имеешь возможность либо купить достаточно по низкой цене. То есть старые игры для Xbox 360 стоят с разбросом от 100 до 1000 рублей. Это действительно небольшая стоимость для современных консольных игр. И это, по-моему, очень здорово. Нужно ли это? Ну, про себя скажу. Мне не очень охота играть в старые игры, которые были, например, на PlayStation 3, но практически все именитые тайтлы были отремастерены. И я могу играть в старые именитые тайтлы, но не со старым графоном,
а уже подтянутые и более-менее красивые, которые глаза не будут вырывать. Ой, Руслан, заплатим заново 4000. Да. Заново, если заново. А зачем? Ну, если я играл в игру раньше, зачем мне играть в нее, ну, еще раз, например? И если я играл в нее на PlayStation 3, логично, что у меня, наверное, уже где-то лежит PlayStation 3. Но я в это во что не во все... Да. Я не играл в эти старые игры, у меня не было третьей плойки. Поэтому... Для меня это как новое, почему бы не заплатить и не сыграть. Нет, ну, а если бы ты играл... Дим, позволь, быстренько. Да. Я пину немножко труп Nintendo, заметь, что как бы Nintendo, она в виртуал консоли ререлизит свои старые тайтлы без high definition напрямую и при этом просит каждый раз покупать игру заново. Я все правильно говорю? Да. Вот. Абсолютно. Никакого кроссбая между платформами нет у Nintendo. У них нет единого магазина. У них просто трэш и гарри садами в этом плане. У них может одна игра выйти, например, на 3DS и там на Wii U, там Wii, да, и при этом все равно каждый раз покупать заново. Вообще, не знаю, это жуть какая-то. То есть, это диковато. Вообще, как бы имеют, извините, заранее, да, Nintendo Boyf, ну, слушай, это просто человеческие условия. Как вы можете любить их дальше, я не понимаю. А у них есть вообще цифровой магазин, цифровой... eShop называется, да. Ну, у просто них сейчас вообще, знаете, шутки шутками, но совершенно недавно, где-то полтора года назад, в Nintendo стала возможность покупать игры через веб-сайт и качать их, ну, как этот, stand-by download делать. А зачем? Насколько я знаю, просто на Switch'е очень маленькое хранилище, а игры там довольно ого-го будут весить. Ну, 32 гига, но в чем-то весь... Там есть USB-слот... То есть, допустим, ты вставляешь консоль в Cradle, и за счет того, что там есть USB-слот, у тебя появляются другие игры, которые ты можешь, например, закинуть себе на внутреннюю память, переместить обратно на хард, если ты будешь играть в них только дома. Ну, короче, ты берешь с собой только парочку-троечку игр, а вся остальная библиотека у тебя лежит дома на внешнем харде. Прости, пожалуйста, а как 32 гига вообще хоть одна игра может уместиться? У меня, не знаю, я вот опять же пример приведу. Помню, например, Titanfall первый весил, у меня на ПК 50 гигов. Но так, кстати, там не будет Titanfall. Вот, да-да. Ну, смотри, у Nintendo вообще невероятно крутая оптимизация в игры вообще почти везде. То есть, то же самое Mario Kart 8 весит от силы гига полтора, может быть. Единственный такой серьезный релиз, про который уже известно, сколько он будет весить, это то, что новая Зельда будет весить 15 гигов. Вот. Ну, уже пол памяти сожрет. Уже пол памяти. То есть там Mario Kart 8 вряд ли будет весить там прям какие-то невероятные там гигов 10-15. Нет, конечно, будет весить там то же самое гига полтора. То есть вполне себе в легкую можно будет 4 какую-нибудь залить одну большую игру и парочку-троечку маленьких. Почему-то я вспоминаю, знаете, время первого PlayStation, когда была карточка памяти на вроде 16 слотов, да, и первый Hexen занимал все 16. Или то время, когда у меня был жесткий диск на компьютере в 4 гигабайта, и Diablo 2 при полной установке занимало 3. Вот это было жесткое время, на самом деле. 4 мегабайта видеокарта, эх. А я уже не понял. На Switch'е 32 гигабайта это именно то, что доступно для установки игр, или там еще на этих же, на этом же носителе будет система? То есть, ну, сколько пользователей доступно? Там еще что-то будет висеть, я думаю, пользователю будет доступно где-нибудь гигабайт 20. Но то есть одна Зельда и все. Туда еще можно, в принципе, сунуть microSD-карточку, насколько мне известно, до 256 гигов. Так что проблему нехватки памяти можно еще какими тысячами рублей выполнить. А можно ли подключить через Cradle USB-шник, USB-драйв внешний, то есть там терабайт? Я как раз про это говорил, я думаю, это вполне себе будет возможно. И вполне себе будет возможно совершать во время того, пока система будет сидеть в Cradle, перенос со внутренней памяти на USB и обратно. Ну, возможно, еще и не понадобится так много места на харде, потому что неизвестно еще, сколько игр выйдет на Switch интересных. Ты тонко. Пока что я видел не конкретно не нинтендовские, а какие-нибудь от сторонних разработчиков. Это FIFA и Skyrim. И пока что вроде бы все. Как-то грустно. Ну, кстати, давайте. Вот Skyrim, с учетом того, какой там мир, сколько предметов, сколько... Да там, я думаю, несколько гигабайт занимает только... текстовая информация в книжках, которые ты находишь в подземельях. Текстовая информация несколько гигабайт не может занимать? Нет, но я имею в виду там с дизайном совсем же, там же не просто так, там же картинки тоже high-res должны быть.
в этих книжках. Там не будет хай-рез, там стопудово будет все. Извини, к самой консоли разрешение 720p, экранчик 6 дюймов. Ты о чем, Дима? Ну, то 720p, ну и что? На минуточку, если ты подключаешь камеру в Cradle, там разрешение может, в принципе, и Full HD выводить. Она будет апскейт или нативная Full HD? Она будет... некоторые игры нативные, некоторые... Что, Зельда, по-моему, 900p сейчас идет, да, и хотят Зельда... до 1080p довести. Зельда, по-моему, апскейлиться не будет, она будет идти в нативном 1080p 60fps, то есть работают над оптимизацией. Ну, я бы не сказал, что это оптимизация. Ты вот, Василий, с самого начала сказал о том, что Nintendo выбрала путь не графония, а геймплея. Поэтому да. обсуждать вообще такое слово, как оптимизация, в случае Nintendo, мне кажется, не очень корректно. Если они все-таки делают штуки-то, которые, в принципе, не ориентированы на графику, как, например, PlayStation, Xbox и PC, то, соответственно, какая там может быть вообще оптимизация? То есть, например, если я беру, вот у меня телефон Galaxy, я ставлю туда какую-нибудь современную крутую игру, подключаю геймплей, получаю вполне себе очень крутую графику для такого экрана. Дело-то в следующем. Все игры, все first party под Nintendo очень хорошо оптимизировано как в плане размера, так и в плане выводящегося графона. То есть пока все то, что мы видим в плане Зельды, это все либо демка с E3, либо специальная сборка для, ну, так сказать, ранняя сборка. То есть я думаю, там как раз вот очень сильно поработают. Но я хотя бы надеюсь на это, то, что мы увидим какую-то более-менее приличную графику в более-менее приличном формате. Ну вот для ARM процессоров, в частности для NVIDIA, это небольшая проблема, потому что в NVIDIA есть опыт создания портативных игровых устройств. Я думаю, все мы помним и шилды. Никому не нужны шилд. Ну, да, там да. Half-Life 2 переносит. Слушай, мне даже интересно, кстати, благодаря тому, что перенесли на Android Half-Life 2, да, перенесут ли Half-Life 2 на Switch, это было бы прикольно. Заметим, Half-Life 2 есть на Xbox One и 360. Я думаю, этим заниматься никто не будет. Почему? Прикольно. Потому что, ну... Не знаю, будет ли это Valve какой-то там. Просто они могут это сделать просто потому, что они могут, не ради прибыли. Но я думаю, они вряд ли будут этим заниматься. Ну тут копеечное дело, явно тут запрячь какую-то вообще левую студию, перенеси нам, пожалуйста, тут все тебе перенесено уже на там, систему Android. Тут ARM, ну там вот тебе там, не знаю, там 100 тысяч и принеси бабосиков. Не, даже круче, там не просто Android и ARM. Half-Life 2 для Android идет только на устройствах, у которых чипы NVIDIA. Да ладно, хорош, мы это видели, я уже читал, как правильно ППД запустить. Не, ну это, знаешь, это левая штука, типа, запустить там, это все фигня. Я говорю про то, что доступно нативно в магазине. То есть это не совсем так. Ну такое. Да. И давайте мы вернемся к Xbox, да. Пожалуйста, кстати. Говорят, сейчас идем Nintendo опять. Я понимаю, что для нас новая тема. Да с Xbox все хорошо, а вот с Xbox я не понимаю, что происходит. Ну нет, серьезно. Что не так с Xbox? Все, можем заканчивать. Ну нет, хорошо. Так нет, так не работает все. Понимаешь, в чем момент? Я просто заметил такую тему, что в принципе, вот, возможно, даже не только проблема в. Понимаешь, вот когда мы говорим про. Даже так лучше начну. Я заметил определенную тенденцию, которая повторяется. Вот мы видели, как развивалась ситуация с Windows Phone. Мы прекрасно понимаем, какую боль мы вытерпели, когда нас откровенно киданули. Василий, Руслан, пожалуйста, вы сейчас будете смеяться над нами. Мы ведь реально с последнего времени терпели и думали, что вот-вот сейчас придет, десятка накатится, всех обновят, там все молодцы, и что в итоге стало. Это откровенно самый большой кидок, это хуже, чем 7.8, наверное, отчасти. Некоторые, конечно, как Фролов, могут сказать, что нет, все нормально, мне нравится. Ну, это другой уже, это клиника. И, в принципе, знаете, я вижу то же самое, что было с Windows Phone, то же самое отношение к Xbox, как не смешно. Нет, нет. Я серьезно это вижу, дайте я объясню сейчас. Мы видели, что на самом деле постепенно, там последний год там, жизни, условно говоря, там Винтофона, у них резко началось уменьшение финансирования, там отменили Асторию, устройств начал выходить мало, там три штуки какого-то непонятно чего выпустили, 950 из пластикового корпуса с плохим дизайном, там все очень плохо, обновления фактически багфиксы, а не какая-то там реальная мишура. В общем, что-то странное поперло. И вот знаешь, вот тут то же самое, искренне могу сказать тебе. Если ты внимательно будешь следить за проектами и студиями Microsoft, ты поймешь, что вообще, в принципе,
что осталось у Microsoft Studios внутри, что за First Party Studios у них внутри есть, которые могут производить игры. У них остался, господи, не умею 343 произносить правильно на английском, 3043, не знаю, там, Industries, который делает Halo. Ну, Halo все понятно. Halo это систем-селлер, его никто не будет оплатить. И у них есть Rare, который делает Sea of Thieves. И, честно скажу, я не люблю пиратскую тематику, я не куплю Sea of Thieves, если мне бы дали такую тему. И к тому же это фактически MMO, да. Ну, такое, я скажу, это, в общем. Мне не нравится игра. У них есть Mojang, который делает Minecraft, но Minecraft это кросс-платформа, он выходит даже на Switch, боже мой, да. У них есть Coalition, который выпустил Gears of War, и мы знаем, на самом деле, если внимательно читали новости, Gears of War 4 продался плохо. Продался плохо он потому, что всего лишь 26 миллионов Xbox One, при том, что как бы выходил еще дополнительно он на ПК. Поэтому Coalition получил много денег, и эти много денег они сейчас отрабатывают в виде массовых увольнений, кстати говоря, уже. Поэтому, ну, такое, я считаю, что со студией плохо. У них есть Turn 10, которая делает Forza, но я не знаю, вот любите ли вы Forza Motorsport, поскольку мне Forza Motorsport кажется не очень что-то. А вот Forza Horizon уже, я не знаю, я, конечно, всем уже застирал, что Forza Horizon 3 это просто божественное, это лучшие там гоночные аркады в мире, и Underground 2, наверное, все же это... Вот что-то с чем-то такое, вот типа Forza и вот Underground второй, короче, не For Speed, я говорю, да? И хотя мне говорили, что Forza, конечно, скучная, Horizon 3, но это будет их мнение, это будет мое мнение, потому что я там просто уже сидел весь... Это гоночная дрочильня, прости господи. Я не люблю гонки, но мне очень понравился Forza Horizon 3, при том, что я играл на нее там с 20 FPS всего лишь. Так тормозило на компьютере. Да, кстати, я вот это понять, я ПК-боярин. Совсем. Ну, да-да-да. Да, это важная тема. И у них еще есть две студии, которые... Первая — это Casual Games, которые делают игры для MSN, то есть прям вообще ни о чем. И у них есть Decisive Games, которые делают какую-то непонятную стратегию, которую нам еще не анонсировали. Я так понимаю, что анонсируют нам на E3 вот этот ближайший. И, окей, Halo Wars делала Creative Assembly. Так как, что за стратегию они делают? Ну, я не знаю. Я вот не знаю. Что-то непонятное. Стратегии у нас сейчас не в моде. Это явно не кто-то будет прям какой-то блокбастер, да? Мне кажется, стратегия это больше все-таки ПК-жанр. Ну да, именно. Поэтому видишь... Ну, мне кажется, это Age of Empires на самом деле четвертый. Но фиг его знает. Видишь, опять это просто продолжение старой доильни. Типа, мы возьмем старый там IP и давай, короче, фанатов там доить и плюс еще новых подтянем немножко. Ну, видишь, у них не осталось студии. У них был... Банжи, да, Банжи какие стал независимыми, поскольку они поверили в себя и теперь мучаются с бедным Destiny. А у них был Team Dakota и Project Spark. Они закрыли студию, они закрыли Project Spark и повесили его сервера. Это была такая осовремененная Minecraft. Блин, ну окей, ладно, окей. У них был Lionhead и, соответственно, Fable Legends. Fable Legends закрыт, Lionhead закрыт. Не очень. Был пресс-плей и вот этот Макс и маркер. Волшебные маркеры, да. Студия закрыта. Был Twist Pixel, который ответственен за серию ужасный индюшатин, типа Миссис и Мистер Эксплозион, там, не знаю, они делали Волкосайкл, который, мне кажется, такой дикой дичью, я не знаю, что-то прям ужасное. Они формально отдали студию, сделали в качестве независимой, как Bungie, но де-факто, видимо, они просто банально закрыли и просто решили подать в правильном фоне. Хорошие маркетологи в этом плане служили. У них был эксклюзивный проект Project Xbox Fitness, они его закрыли. У них был Phantom Dust, который делал Moon Studios, проект закрыли и вроде как перезапустили. Тут непонятно, почему они сделают просто эмуляционный ремейк, ререлиз, либо они реально ремейк опять начали делать заново, да? Ну, видишь, не очень. Scalebound, как я говорил, отменили. Gigantic они тоже заявляли в качестве хорошего эксклюзива там для Xbox, и формально они вообще ничего не поменяли в позиционировании Gigantic. Другое дело, что мы его, во-первых, уже не видим на презентациях Microsoft, везде была убрана приписка Microsoft Studios, и проект перешел к Perfect World, это китайский издатель. То есть, де-факто, денег Microsoft уже на Gigantic не выделяет. То есть, они лишились игры и лишились проекта, как собственного проекта. Они отдали на третьему лицу его. Ну, наверное, это отчасти к лучшему, потому что это такая моба. Мне она понравилась, я как-то играю даже иногда, но... То есть явно она не будет прям большим чем-то.
Окей, они там мучаются с бедным уже Below, там сколько бедных, сколько там, 3-4 года, 2-3 года, короче говоря, точно делают Индии, да, причем Below, понятно, что это временный эксклюзив, он выйдет на PlayStation 4. Они делают Cuphead, тоже очень долго, 3 года, да, ну это опять Индии. Что у них осталось? Вот простите, я ничего не вижу, кроме очередной Форзы, я ничего не вижу, кроме Gears of War очередных, и то, как видим, что плохо продающихся, я не вижу ничего, кроме Halo. А Halo в Рашке, как уж извините, в России. Сейчас Дима привыкла. Это что-то не очень. Да, мы знаем, что Killzone копирует Halo, но Killzone это еще хуже, чем Halo. Сейчас, но вместо Halo есть Destiny, в которую все довольно плотно играют. Да ладно! Нет, Руслан. Надо, Артур, ты даже если не говорить про популярность, то я с Русланом здесь не соглашусь по той причине, что в Destiny нет крепкого однопользовательского режима, которым всегда славился Halo. Halo — это история. То есть ты садишься, возможно, ты несколько часов, и тебя просто рассказывают крутую штуку. Destiny — это скорее Borderlands. Просто невеселый. Это неинтересный Borderlands 2, вот что я могу сказать. Игра, конечно, 6 из 10, но она очень хорошо зашла. Нужно еще понимать, что у Xbox One есть гигантская проблема просто вообще с Японией и работой с Японией. Они делают пур, и вообще сервисы, естественно, приносят на Америку. Мы все бомбим от этого факта, мы не можем купить музыку, не можем купить фильмы, и мы, скорее всего, не можем купить уже и книжки, получается, в магазине Microsoft Store, а поскольку все это завязано на США. Окей, если ты в США, ты делаешь прям что угодно с их сервисом. Если ты живешь в России, ты не можешь делать ничего. Поэтому те же самые релизы для Японии, они все как какие-то корявыми. То есть Scalebound — это типичный пример. Они не умеют работать с японцами, японцам неинтересно работать с Microsoft, и выходит что-то такое, ну, не очень. Мы можем привести пример launch title Xbox One и DFO, там, да, Dark Dreams, да, насколько я понимаю. Вышел первый эпизод, серия повисла. Потому что, как бы, хороший квест. Crimson Dragon, как перезапуск Panzer Dragoon Orta, он провалился. Господи, какие еще японские релизы-то были? Для Xbox One. Господи, вообще они были? Вообще нужны? Они нужны, вообще понимаешь? Нужны? Кому? Японцам, они должны продаться в Японии Xbox почему? One. Потому зачем что им, рынок зачем им тратить? Японии... Нет, зачем им тратить силы, чтобы пытаться урвать кусок того рынка, где, очевидно, им просто нечего делать, потому что есть для тех, кто хочет более-менее серьезные игры, PlayStation, а для тех, кто хочет казуальщины, получает Nintendo. Потому что это плотный большой рынок, соответственно, который имеет большую покупательскую способность и требуется приложить какие-то усилия для того, чтобы традиции, которые присутствуют в японском рынке, перевернуть, сломать и преподнести Xbox именно так, как преподносился Xbox One, в смысле, преподносился так, как преподносился оригинальный Xbox, как замена и продолжение Sega Dreamcast. Когда мы помним, что Sega выпустила гигантское количество тайтлов в качестве лаунч-тайтлов для Dreamcast, такие как господи, Gun Valkyrie, там, не знаю, может, ему как Dino Crisis 3. Я понимаю, что все это на самом деле трэшем стало, как мы потом выяснилось по истории, да? Но в том плане, что японцы должны понять, это их японская консоль, при том, что она сделана в США, а не покупать очередное Марево и не нести деньги Sony Boy. Потому что... В принципе, понимаешь, вот эти ключевые мысли, которые хочу донести. Microsoft именно из-за Сатьи Наделлы не дает денег Xbox и Microsoft Studios. Она банально вот закрыла кучу студий, поскольку у них не хватает денег. Они ведут плохую маркетинговую кампанию из-за того, что у них не хватает на это денег. Почему? Потому что мало продано Xbox, и потому что она явно убыточная сейчас находится в положении. А Sony вкладывает эти деньги Adobe, поскольку у них вот сейчас, насколько я знаю, 4 или 3 миллиарда, насколько я понимаю, прибыли, что ли, у Sony, да? Хотя в целом компании там все очень плохо. Там и две трети приносит, соответственно, Sony Pictures, Sony Music, то есть она живет за счет медийных студий своих, и одну треть приносит
Sony Computer Entertainment, как правильно называется. Sony Entertainment. Но игровое у них вроде самое прибыльное подразделение. Оно самое прибыльное, именно. То есть, производство фильмов, там, да, делать очередного Спайдермена там, или продавать кучу прям тонны музыки, это гораздо выточнее, чем, ну, там, менее прибыльное, чем продавать игры. И, соответственно, сейчас там Sony прям пыхча паровозом сидит и все это делает. И в этом плане, ну, Microsoft, я не знаю, что с ними не так. Они должны двойные усилия прилагать для того, чтобы нам продать эту штуку. А mm-hmm. когда ты такой приверженец Xbox, и тебе говорят, окей, Xbox Play Anywhere, там, не знаю, все тайтлы выходят на PC, зачем покупать в данном случае Xbox? Блин, да тут жопа гореть будет. Если mm-hmm. посмотреть релизы для Kinect, для Xbox One, вышло всего в мире 12 игр с поддержкой Kinect. 12. Зачем покупать Kinect? Зачем покупать Kinect? Где тоже не покупает Kinect. Он не продается. Где совместимость Kinect от 360-го? Господи Иисусе. Где зачем? Она? Зачем? Зачем? Потому что Kinect этот здорово, Just Dance это супер. Я хочу. Да не здорово это. Just Dance это отлично. Блин, это гигантская, я прям не знаю. Это хорошая игра для вечеринок. Да, для именно. Вот патичек, компании. Nintendo делает упор на патички и компании. Надо понимать искренне, что вот эти как раз такие вещи, как Just Dance, я не знаю, да? Ну и Dance Central, получается, для Xbox. Это... как бы так, это, конечно, нельзя сказать систем селлером, но если ты продаешь бандл, условно говоря, там Kinect плюс там Just Dance, или, там, да, ты говоришь, парни, у вас есть отличная компания, вы сейчас немножко подпьете и будете танцевать как бешеные, да, и вам будет весело. И такой, понятно, все, давай, окей, доверните. И совместимость со старыми проектами, не знаю, от Kinect, там, как Fable, The Journey, господи, это было бы классно, потому что куча старых игр, там порядка сотни есть игр с поддержкой Kinect от 360-го, и это все в мусорку. Значит, правильно в мусорку, значит, это просто никому особо не нужно. Да нет, Kinect он да сделал. Это, если, Артур, если тебе интересно, если там кучке народу интересно потанцевать под музыку, когда на тебя смотрят Kinect, но остальным-то это не интересно. Ты так сказал, как будто Kinect следит за тобой, и ты выключаешь... Ну, он, не, а ты, кстати, зря так говоришь. Kinect 2 как раз следит за тобой, он даже немножко вращается. Ну окей, а ты выключаешь службы отслеживания Windows 10 при помощи правки реестра там и галочек определенных? Да мне пофигу. Да, ну мне тоже пофигу, пускай следит за мной. Я после вот этой всей твоей тирады и как бы того, что типа с Xbox что-то не так, хочу сказать... что, мне кажется, Microsoft хочет стать чем-то вроде Steam на рынке игровых консолей. То есть они пытаются сейчас взять не каким-то качеством таким эфемерным, типа, ой, у нас есть там 10 эксклюзивов, 10 из 10 эксклюзивов, вообще прям супер-супер-пупер, все ради них должны побежать купить консоли. Нет, они хотят сейчас взять количеством, то есть они выпускают практически все мультиплатформу. Они дают возможность издателям релизить старые игры по низким ценам, либо вообще получается, если ты купил эту игру на 360 там, по обратной совместимости, ты получишь ее бесплатно. Они устраивают большие распродажи. У них есть офигенная договоренность с EA, EA Access, то же самое, что Origin Access на PC. По сути, я заплатил 1200 рублей за год EA Access, и я получил просто тонну игр, в том числе всю трилогию Mass Effect, дофига игр в Battlefield, включая там четвертую Hardline, третью Bad Company 2. Я получил практически вот эти кучи кузальных игр, типа Peggle, типа Plants vs. Zombies. Просто вот тонна на меня сыпется игр. Я так как мало играю, я не знаю, когда я буду в них играть, но они все у меня есть. Более того, скидки бывают такими, что, например, я купил Wolfenstein новый, именно вот который не New Order, дополнение, а основная игра. Как она там называется? Просто на самом деле New Order есть основная игра, есть еще вот эта Old Blood, которая... А, да-да-да-да-да, New Order, вот, да, ты прав. Вот я, собственно, купил ее за 300 рублей, практически как в Steam. И насколько я... за 150 в Steam, я за 150. Ой, ой. Это небольшая разница. Большая в два раза. Ой, ой. Ну нет, нет. И в этом году Microsoft попытается изменить рынок консолей, выпустив Project Scorpio, который будет скорее такой адаптированный для подключения к телеку, геймпадам и всякой такой штуки, PC, который прикидывается... А, Steam-машины, видели, где они? Не-не-не-не-нет, Steam-машина... Steam-машина это Linux, о чем ты, там нельзя конечно. Играть. Конечно. Рус, смотри, в чем преимущество Microsoft сейчас. Помните, с точки зрения разработчиков, в чем было преимущество Xbox 360 перед PlayStation?
Преимущество было в том, что и на компе, и на Xbox у тебя DirectX, а не OpenGL, как на PlayStation. И тебе в целом намного проще заниматься портированием и разработкой сразу на две платформы, чем на PlayStation. Соответственно, сейчас с тем, что как архитектурно, так и операционной системой PC и Xbox уже сейчас очень похожи, с Project Scorpio еще и мощности будут другие, и разработчики будут только этому. Надо да, вспомнить, что это UVP и единый магазин. Ты делаешь одно приложение и для Xbox One, и Project Scorpio, и PC одновременно. И работает с любимой архитектурой и API. Ну, я думаю, разработчики в первую очередь будут рады тем, кто им заплатит денег, и где они больше заработают, и где им, в принципе, работает. Нет, не совсем, Руслан. Я думаю, то, что как раз вот эта вот история уже уходит в прошлое с эксклюзивами. Серьезно, консоли сейчас покупают не ради эксклюзивов. Консоли сейчас покупают просто ради того, чтобы играть. И если тебе... Ну, относительно. Я, например, еще жду такие игры, как Horizon Zero Dawn и Detroit Become Human. Ну, Руслан, ты искренне надеешься, что, в принципе, Horizon будет хорошей игрой, при том, что мы вспоминаем, что ее делали разработчики Killzone, а мы все знаем, что Killzone — это просто санина без обид. Ну, разработчики Horizon, по-моему, делали еще Red Faction, это, по-моему, те же Горилла. Не-не-не. Нет, не те? Нет. Ох, ну про Killzone ничего не могу сказать. Вот, она вот выглядела как красивый только бенчмарк и не более того. Ну посмотрим. Да, ну, пока что она выглядит очень круто, Horizon. Вот, кстати, небольшой список, если позволишь мне, да, я внесу. Вот про японские игры и вот эта непосредственная тема с тем, что разработчики не любят, как бы, или не умеют работать правильно с американской консолью. Вспомним рекорд, Господи Иисусе, да? В нем вообще все неправильно, понимаете? Да, это ужасное. То есть, как бы, нам предлагают за полную цену что-то непонятное, что-то из времен 80-х, и как бы тут непонятно, кто виноват на самом деле, Microsoft или японцы, которые просто решили, давайте мы на бабло чужое, короче, сделаем игру в старом стиле, поскольку нам так нравится, хотя мы понимаем, что это будет полная дрянь по продажам. Да это то же самое, что и с No Man's Sky. Sony же пиарили No Man's Sky. Да не, но это их работа. Знаешь, что, да. я тебе уверяю, Sony понимала, что она делала. Она понимала, что это дрянь будет. Просто она понимала, что на общем хайпе сейчас, короче, игру купит кучу народу, да, они заработают кучу гешефта, потом свалят все на этого чувака, который постоянно улыбается, и такие, ну, сорян, парень, мы бабосики подняли, а ты и сам виноват. Они понимали. Я точно уверен, что так оно и было. Это как тема с Nokia и Microsoft, продажи и подразделений. Я точно уверен, что виноват всем Nokia, а не Microsoft. Ой, ну конечно. Слушай, ну серьезно, они купили Alcatel за эти деньги, за которые продали свое дурацкое убыточное подразделение. Подождите-ка, но Alcatel же это же TCL китайский. Не-не-не, Alcatel Lucent это... Смотри, Alcatel в виде мобильных телефонов это лишь бренд для компании TCL. А есть компания Alcatel Lucent, которая является производителем сетевых коммуникаций. Ее как конкурента купила Nokia. Таким образом, сейчас... На рынке сетевых коммуникаций и инфраструктурных этих объектов очень сильно консолидировались игроки. Осталось только, собственно, Cisco, Ericsson и Nokia. А Huawei? Ну, Huawei, естественно. А ZTE? И ZTE. Ну, это отдельная тема. Дофига, про европейский. Получается. Ну, извини, ну да. Нет, в любом случае, консолидация большая. Я с тобой не согласен в плане вот Microsoft и Nokia. То, что они покупали для того, чтобы, грубо говоря, просто получить какой-то актив и бросить. А они избавлялись от него очень давно уже. Нет, смотри, как бы покупка компании Microsoft мобильного бизнеса Nokia — это проект администрации Балмера, по сути. Давай мы Балмер не будем возвращаться к этой теме, мы эту тему уже мусолили раз 50, наверное. Нет, раз ты сказал, я хочу сказать, высказать свое мнение, то, что это проект Балмера, который видел вообще обустройство Microsoft, присутствие Microsoft на мобильном рынке вполне активным. Потом приходит Наделла со своими чуваками и говорит, типа, ой, да ну нафиг, во-первых, мы потратили кучу бабла на то, чтобы купить их, потом мы потратили кучу бабла на то, чтобы перевести всех сотрудников там, в свою компанию, заниматься их управлением, адаптацией, придумывать им задачи, чтобы они не просто сидели и получали деньги, как это уже внутри Nokia самой. Давайте мы их просто выкинем нахрен, тем более мы что-то не очень хотим разрабатывать мобильную версию Винды и... Ну, короче, вот. То есть во всем виноват Наделла.
Ну, Nadella просто идет и оптимизирует. Они же идут сейчас на большой рост прибыли. Ну вот я тебе об этом и говорю, что они как раз-таки, эта тема про прибыль. И когда мы смотрим про самые убыточные и самые прибыльные подразделения Microsoft, то мы понимаем, что самое прибыльное — это сервера и продажи винды, да? А что самое убыточное — это Bing и Xbox. Bing они не похоронят, поскольку это вечная история про убыток. Нам им слишком обидно его будет хранить, как минимум сейчас. А Xbox вполне можно. Нельзя. Они же даже обсуждали эту тему, что они хотели продать его. Ой, да это все тоже вилами на воде. Я тебе еще раз говорю, я сейчас вижу политику Microsoft в том, чтобы стать чуваками, которые на консольном рынке живут почти как Steam, то есть как Valve. Они ничего сами не делают. Они сидят, просто наблюдают за течением событий и получают... Они не выпускают Half-Life 3. Да, они не будут выпускать каких-то эксклюзивов. Может, они его никогда и не выпустят. Может, никогда и не выпустят. Вот, Microsoft будет просто сидеть и смотреть, как люди покупают игры, им капает бабло. Но окей, тогда сделайте нормальный магазин. Да с магазином все. А что не так с магазином на Xbox? Блин, да он вообще весь не такой, извини. Где группы? Окей, они есть в Xbox App, да, но мне нужно в магазине. Если хотите, чтобы совместимость была как бы вот эта единость Xbox App и магазина, сделайте одно приложение единое, чтобы оно было, включало в себе и игровые функции, и функции социальные. Сейчас же этого нет. Сейчас я вижу отдельный магазин, отдельной своей жизнью живущий, Xbox App отдельной жизнью. Мне не хочется открывать Xbox App, если купить игры. Он подожди, не перекинет магазин. Подожди, ты говоришь про опыт на PC, а я тебе говорю про опыт на консоли. На консоли все с этим отлично. Ну, а какого черта вы тогда идете на PC, и вы хотите повторить историю с GFL, я не знаю, Games for Windows Live, я не понимаю. Так мы сейчас про консоли говорим или про PC? Я про ПК говорю, естественно. А точнее, я говорю про то... Точнее, это в целом, даже, понимаешь, история такая. Если ты хочешь зайти на рынок, если хочешь запустить нормальный там, Play Anywhere, да, тебе нужны хорошие лаунч-тайтлы, а как мы понимаем, что их тайтлов этих, кроме как от, собственно, Microsoft, их и не было, да? Окей, сейчас будут предлагать Resident Evil 7 по Play Anywhere. Ну, блин, это единственный тайтл такой большой. Какие-то страниры там, не знаю, там, все ерунда сплошная. Нужны социальные функции. Это как, понимаешь, вот мне, всем не нравится там Origin, всем не нравится Uplay. Да? Почему-то они сильно проигрывают Steam. И вот я точно такой же категории. У меня есть игры купленные и в Гоге, но я все равно, если у меня есть возможность там в Steam относительно остальных магазинов, я куплю именно в Steam, поскольку и библиотека там больше, и функционал, и удобство там, и все друзья у меня в Steam. Поэтому сделайте так, чтобы у меня удобство использования один приложений в был таким же, как в Steam, условно говоря, а потом мы поговорим уже об этом. А пока вы делаете какие-то, ну там, не знаю, 50 на 50, я не знаю, вещи, и все это скорее похоже на магазин для планшетов, как многие, собственно говоря, да, нахрена оно нужно? Делайте сначала функционал какой-нибудь рефанда. У меня игра не пошла, сделайте рефанд. Этого нельзя сделать сейчас. Ну, я согласен с тобой, именно на PC, ну, PC как игровая платформа вообще довольно спорная штука. Ой, давай не надо, слушай, я объяснял эту тему сейчас. Нет, я говорю про то, что мы обсуждали консоли, и мы говорили именно об Xbox как об устройстве, как о целом. А Xbox как о сервисе в целом. Ну, Xbox это такой, вот реально. Да кому нужен он на PC, когда есть тот же Steam? Вот серьезно. Вот, ну, а зачем тогда распыляться, в принципе, на два устройства, на PC и на Xbox, если ты не можешь сделать нормальные сервисы там и там? Почему это? Что... Ну вот почему ты решил, что и там на Xbox все вообще отлично. Там нет проблем со сервисами, нет проблем с доступами к социальным функциям, как сидишь в магазине. Там вообще все с этим супер. Ты нажимаешь одну кнопку, и открывается тебе боковая панель, где... Где моя боковая панель на ПК? Да, да, где мой там Xbox Overlay какой-ной, как а-ля Фиме, да? У меня появляется какое-то окошко, скриншот, видео и все. И че? Ну вот здесь я согласен, но серьезно, блин, но... Хорош, нет, слушай, я играю на ПК. Окей, тут у нас говорится, что Василий, ему требуется прощаться с нами, к сожалению, сейчас на эту тему закончим, поэтому, Василий, большое спасибо тебе за то, что ты уделил нам время и рассказал про Nintendo. Будем рады еще, наверное, вас видеть еще, наверное, это как-то. Да, спасибо, что пригласили. Спасибо тебе большое. Пока-пока. Пока. Окей, продолжая, видимо, тему про... Ну, понимаешь, вот стой, объясни тебе, да? Ну, окей, а что мешает им нормальный онлайн для ПК
Что мешает ему делать? Короче, да. Вот что мешает перенести игры FVL в магазин для Windows Store, собственно, на десятки, да? Что им мешает это сделать? У них есть права на издание, видимо, через GFVL. Они могут распространяться, я уверен, точно так же на Windows Store. А что им мешает тогда просто взять и перенести все эти игры? Там много хороших игр. Там есть Fallout 3, там есть... Блин, я, честно скажу, не припомню. Bulletstorm. Bulletstorm, да, его недавно, как раз, перерелизить хотят, хотя в Стиме, да? Я очень хочу Bulletstorm. Там есть GTA 4. Есть GTA 4, вы понимаете, да? И когда, извините, если у тебя есть все права для того, чтобы взять просто и перерелизить аж цельным, там, например, GTA, да, и сразу в Windows Store, там, я не знаю, там, да, тебе это бантли деньги. Блин, почему бы не? У тебя есть права для издания Crimson's Kiss, у тебя есть права для издания MechWarrior, хотя, правда, это уже спорная тема. Там, у тебя есть права для перерелизания фрилансера. Господи, фрилансер, это классная штука ведь была. Я не знаю, играли ли вы или нет. У них есть куча тайтлов, которые они просто не релизят, не знаю, почему мне... я понимаю, что в наших конфетах, да, внутренней конфа, есть OneTile, затирали, что, мол, типа, релизинг это дорого, что там у каждого продукта есть свое время существования, что это уже неоправданно, невыгодно. Господи Иисусе, это все равно стоит очень копейки просто, да? Они мучаются с Phantom Dust там невероятное количество времени, при том, что это очень спорный тайтл. Он, не знаю, он, я не думаю, что он кому-то реально интересен, откровенно сказать, да? А вот там фрилансер, он будет интересен многим, космических симуляторов очень мало в целом на рынке. И, в общем, я не знаю политику Microsoft, я ее не понимаю. Как будто бы у них все делается, ну, как-то, ну, не для людей. Они как будто все равно, мы говорим, что да, там, мы привержены Винде и Xbox, но в то же время они играют через Steam и пользуются Android. Вот. И? В чем проблема? Почему они не могут сделать хорошо? Вообще проблема Sony, они не могут сделать хорошо уже много лет. Так, и так, так, нормально. Почему тут Sony-то? Мы говорим про ПК, Xbox. Ну потому что они чуют каждый при BSD свой, там подкручивают что-то сраное. Ну то же самое здесь. Здесь просто дофига народу, которые чем-то занимаются. На глобальном уровне выглядит типа, ну окей, там чуваки занимаются делом, мы им дали денег в этот отдел, они что-то там возят, а потом такой раз что-то пошло не так. Просто человеческий фактор, это реально везде так. Нет ни одного на рынке сейчас продукта. Вот любом, вот возьми любой там рынок компьютеров, операционных систем, мобильных, игровых консолей, да даже от мобилей, везде все просрано, везде все плохо, везде косяки лезут, везде ты садишься в машину за несколько миллионов, ты такой, блин, а почему-то не могли сделать, уроды? Почему пластиком китайский? Да, почему там, блин, у Porsche, вот что? Ладно, ты в машину ушел. Страна. Нет, я просто как говорю, можно... что это проблема не только Microsoft, не только проблема Xbox, это правильная проблема. Ну окей, Мари, проблема такая. Окей, мы выходим на рынок противоборствования со Steam, да? У Steam все, он будет жировать дальше, он будет дальше там вводить свои перчатки, не знаю, шапки и прочие темы, доить игроков Dota, Android и Team Fortress, да? Блин, почему ты не можешь скопировать весь функционал, ты не можешь имплементировать магазин, почему ты не можешь с врагами, не знаю, Steam, как и Uplay, там, Гока и Риджен заключить какие-нибудь там договора, или типа, ребята, вы всю библиотеку вашу там публикуете у нас, там мы там, там какие-нибудь конкретно на все эти тайтлы там отчисления не 3% мы вам платим, забираем, точнее, а там какие-нибудь там 10, и ребят, соответственно, ну, можно, да. Вот, знаешь, вот, финансовый фактор, он вообще сильно важен и влияет в целом на продажи. Если, как вы, например, не знаете, в Ориджине продаются игры из Uplay, в Uplay продаются игры из Ориджина. При этом... На Steam так... продаются игры из Uplay и Origin. Нет. Да. Как тебе объяснить-то? Ну, смотри, например, я купил не продаются... Far Cry 3. Я купил Far Cry 3, и мне нужно для того, чтобы запустить его, подключить аккаунт Uplay. Ну, смотри. Uplay — это отдельная тема. Ubisoft, он не является противоборствующей стороной Steam напрямую. Он публикует свои игры в Steam. Electronic Arts так и не делает. Они не публикуют свои игры уже с 2014 года, новые. Они там публиковали 2 года, потом не публикуются. Последняя их игра, которая вышла в Steam, это Sims 3. В общем,
Но, Миша, вот эта кросс-публикация, она важную роль играет. Когда мы просто говорим о том, что у нас есть там 20 всего лишь игр на, с поддержкой Xbox Live в Windows Store, это плохо, это мало. Не хочется покупать здесь. Ты не рассматриваешь эту платформу как что-то серьезное. Извини, вон тут я открыл прямо сейчас магазин, у меня написано прям гигантскими буквами сверху «Зомби в городе» какая-то мобильная игра, самое популярное игровое приложение Windows Store — это World of Tanks Blitz. Blitz — мобильная версия World of Tanks. Блин, это что это такое? Какого черта? Ну, смотри, я сейчас открыл Store. У меня на главной странице «Зомби в городе». Это гемолтовская да, фиговинка. Walking Dead Turing Test. Walking Dead Micon. The Turing Test. Tribes Astroneer. И Tribes, да. Это, видимо, единая такая. Ты сейчас говоришь о какой платформе? А платформе PC. То есть, и когда купил компьютер, на котором собираешься играть, у тебя есть доступ ко всем магазинам. Это нельзя, ты... нельзя стратегию PC пытаться привязать к стратегии Xbox как консоль. Я не рассматриваю консоль, я рассматриваю ПК свой гейминг. Я хочу. Ты говоришь, что не так с Xbox, потом рассматриваешь ПК гейминг. Ну, что не так с Xbox, как сервис на ПК. Почему я такую дурацкую политику мне предлагает? Я, конечно, тебе о чем говорить, просто я прикупила в Гоге игру Arcanum, да. Потом она вышла в Steam. Ну, блин, я не хочу играть теперь в итоге в Arcanum в Гоге. Хочу играть в Steam, потому сколько у меня оверлей будет работать, у меня будет засчитываться время, там что-то еще добавится. Мне удобно будет снова удалять. Это отдельная тема. И вот мне хочется того же, получается, от Microsoft, чтобы они мне предоставили всю инфраструктуру гейминга, чтобы я не парился и забыл Steam, чтобы я покупал в одном Windows Store все игры для ПК. Хочу все сразу. А пока мне дают какие-то игры отдельно в Steam, отдельные игры там в Windows Store, отдельные игры там в Origin, я не буду согласен с тем, чтобы я покупал все в Windows Store. Я буду покупать все в Steam, поскольку там больше игр. Ну, понял, о чем говорю? Ну и хорошо. То есть, я в итоге... Только я не понимаю, в чем здесь Xbox. Ты говоришь про Windows Store именно, а не про Xbox. Ну, а тут одно и то же. Игры, не они имплементированы. Нет. И PC — это все равно разные штуки. Ты говоришь, что с Xbox что-то не так, имею в виду консоль, когда ты начинаешь перечислять там те студии, которые просто не будут выпускать игры на Xbox. Хочешь консоль, как консоль, окей, я тебе перечислю, что есть у Xbox Forza, Forza Horizon. А я тебе еще расскажу, что... Halo и Gears of War. Что есть у PlayStation 4? Last Guard, Ratchet & Clank, Neo, Until Dawn, Beyond Two Souls, God of War, Gravity Rush, Heavy Rain, Journey, Last of Us, Yakuza, Death Stranding, Spider-Man, Uncharted, Shadow of the Beast, ладно, дурацкая игра. Kingdom Hearts ремейки эти сделали, Horizon Zero Dawn, Days Gone, Clash. Понял, о чем я говорю? Не понял. Почему? Я вообще сейчас... Единственное, что Last of Us... И Uncharted. И все. Все остальное мне по боку. Суси. Как геймеру. Я не приду и не буду говорить. Руслан, объясни мне, пожалуйста. Нет. Я как обычный покупатель, не приду в Nvidia и скажу: «О, молодой человек, скажите, пожалуйста, а где я могу поиграть в Uncharted?» Нет, блин, я приду и скажу, типа, вышел GTA 6, скажите, пожалуйста, где я могу поиграть в GTA 6? Если посмотреть с другой стороны, я обычный покупатель. Я смотрю, значит, на сайте gamematsu.com, какие игры выходят на Xbox One. Crackdown 3, Halo Wars 2, Sea of Thieves, State of Decay 2. Ну, такое. Так, потом я смотрю, что выходит интересного на PlayStation скоро. Ace Combat 7, Crash Bandicoot, вдруг кому-то интересен, Days Gone, Death Stranding, Detroit Become Human, Final Fantasy 7 Remake, God of War новый с чудесным лысым бородатым Кратосом, Horizon, Kinect 2, будь он не ладен, Last of Us Part 2 и так далее. Очень ну, много. У нас Crackdown 3 какой-то. Ну, такое. Чуваки, а что за сервис? Почему я должен о нем знать, как обычный покупатель? Что это такое? Где этот список? Дело не в сервисе. Люди все равно так и так знают. Просто посмотреть, что выходит на консолях. Забить тогда Google, мне скажите, читай. Пожалуйста, каким образом с начала осени Xbox One S продается намного лучше, чем PlayStation на территории Америки. И вообще, если с Xbox реально все так плохо, там он сам по себе слабее, инфраструктура у него плохая, эксклюзивов нет, разработчики на него смотрят сквозь пальцы, прикладывая, видимо, руку к лицу. Почему тогда не 10 раз, вот почему не 10 раз его меньше на рынке, а всего лишь в 2 раза? Почему в 2 раза? Когда я могу объяснить эти 2 раза, не затрагивая тему эксклюзивов даже, я могу объяснить, почему в 2 раза меньше, потому что он продаваться начал позже на рынке, потому что они его плохо рекламировали, они его плохо продвигали.
Все очень просто, все очень просто. Почему продается Xbox One S лучше? Хорошо продавался, да? Потому что у него невероятно классный дизайн. А у PlayStation 4 Pro невероятно ужасный дизайн. И у PlayStation 4 Slim тоже ужасный дизайн, боже ты мой. А Миш, вот эта дизайнерская прям корреляция внешне такая вот от гигантского там видака к классненькой белой консоли, которая к тому же обманывает своим визуальным рядом тем, что вот эта черная нижняя панель, когда ты ставишь ее на просто на черный или какой-то темный стол, да, ты вот эту черную нижнюю панельку ты вообще даже не видишь, ты видишь белую маленькую тонкую красивенькую штучечку, и, блин, это круто выглядит. И к тому же они правильно сделали, они правильно позиционировали, они форсили прям эту фичу. 4K Ultra HD Blu-ray Player есть только на Xbox One S. И сейчас надо понимать, что рынок в США, он в многом связан с Emergent Markets, да, вот эти сервисы Netflix и прочие, они, конечно, классненькие, да, но стриминг, он не дает той полноты, которую можно получить с диска, да, и люди в США, у них там все равно развита система этих аренды дисков и прочего, и они могут позволить себе этого сделать. И вот эта фича, она продалась, лояльность Америки к бренду американскому, она тоже очень сильна. Мы же все время слышим, что отлично продавался Xbox именно в США. Мы не видим общемировые продажи. Мы каждый раз слышим, типа, в этом месяце лучше всего продался в США там Xbox, там, в этом месяце продался в США Xbox. США, подчеркиваем, да? Но все это будет хуже всего продавать. И в Японии будет хуже продаваться, и в Европе он будет хуже продаваться. И в остальной части. Артур, а какой рынок консолей именно вот в плане государств самый крупный? Как не смешно, хочешь, я тебе скажу, Европа. Да не, Япония Европа, это вообще... Европа? Да, пример тебе приведу. Давай. На продаже, в продажах PlayStation 3 США заняла 15 миллионов, Япония 6 миллионов, Европа 35. В продажах Xbox 360 Япония заняла 1.5 миллиона, Европа 15 миллионов и США 26. Соответственно, видишь, если корреляцию с PlayStation 3 сделать 35 в Европе PlayStation 3 и 26 миллионов в США 360-х. То есть, как бы, в принципе, рынок, вот они взаимозачлись отчасти частично, но при этом PlayStation 3 выиграла в Японии и выиграла в Европе. Рынок европейский, он очень консервативный и в то же время он лучше поддержан хорошим активным маркетинговым, скажем так, инсинуациям вот этим, да, и он объективно более нейтральный по отношению к бренду. Поэтому если нельзя заявлять о том, что только одни американцы делают всю кассу, британцы, они очень платежеспособные люди. И как мы тоже послушали от нашего представителя от Nintendo Василия, то Япония точно так же. В общем, США он прям является рынком, который можно только на него сделать весь упор, и он продаст всю консоль единожды. Нет. К тому же, на самом деле, они немножко разбалованы, американцы. То есть, как бы, то есть, видите, в случае с... Я честно скажу, я не нашел данных по продажам Xbox One по регионам, но я нашел по PlayStation 4. Сейчас продано PlayStation 4 3 миллиона в Японии, 9 миллионов в Европе и 15 миллионов в США. То есть, видишь, опять вот эта переливка получилась в Европу, в США. То есть, скорее всего, получается сейчас где-нибудь около там, 5 миллионов продано там, дай бог. Нет, я не посчитаю так сходу. В общем, понимаешь, не знаю, конечно, Андрей, они стараются делать сейчас упор на весь на США, поэтому и упор делается на такие там франшизы, как там, на Halo, Forza. Но все равно они проигрывают частенько. Конечно. То есть локальные бывают по месяцам, что продажи поднимаются, но в целом они даже на домашнем рынке проигрывают Sony. Зато все равно 26 миллионов это в два раза больше, чем продаж Wii U, у которых 13 миллионов. Ну, про Nintendo либо хорошо, либо никак. Ну и что-то такое, да. Честно скажу, в общем, Руслан, давай тоже скажи какое-нибудь конечное слово. Мы уже, потому что с Димой друг друга запинали тем, что пока консоли, и мы не понимаем вроде как о чем говорим, как будто бы. Что ты считаешь? Так, не так у Xbox, и куда она стремится? Мне... кажется, что у Xbox дела плохо все пошли с самого начала, еще с самой первой E3,
когда, ну, про это уже говорилось не один раз, TV, потом кинокомплекте, большая цена, и на год позже в России. Уже тогда все пошло не очень хорошо. Но в целом мне грустно от того, что у Microsoft в плане Xbox дела идут не очень хорошо, потому что я боюсь, что из-за этого Sony могут расслабиться и с меньшей ответственностью подходить к своей работе, что ли. То есть у них не будет сильного конкурента, и они могут сдавать позиции. Вот из-за этого я бы хотел, чтобы Microsoft все-таки чтобы что-нибудь наладили у себя в игровом подразделении. На самом деле, звоночек по типа расслабились немножко, да, вот это есть уже небольшой, поскольку были сообщения о том, что Sony сейчас очень плохо работает с инди-разработчиками, откровенно не хочет с ними работать, потому что вроде как зачем мне это надо, и у меня и AAA проектов хватает. Такое. На Индии есть, конечно, определенные любители, но я даже... Ну, это, конечно, субъективно, но я даже не досматривался никогда на Индии. Ну, а, например, там Witness, я не знаю, вроде как хороший System Seller получился у PlayStation 4. Не слышал. Да ладно. Ну, ладно, окей, давай немножко перейдем к последней, наверное, тематике. Вот PlayStation 4 Pro и Scorpio. Как ты думаешь, сколько они сильно повлияют, собственно, на вот консольный рынок, получается, и противоборство в Sony Microsoft? Можешь ли ты назвать их новым поколением? Является ли Switch новым поколением, потому что графон у Switch такой же, как и Wii U? В общем, что ожидать от этого? И реально, изменит ли этот анонс Scorpio и приход, получается, VR? Сколько важной в продажах является PlayStation VR? PlayStation VR такая себе штука, ее сейчас практически невозможно купить, если, в принципе, по-моему, даже в принципе ее невозможно купить. Очень мало поставили на рынок, но, ну, поэтому она продалась, собственно. Но в целом VR мне там больше подходит для каких-нибудь торговых центров или парков развлечений, чтобы за денежку там поиграть и все, но ни в коем случае не брать его домой. Очень странная тема. И в целом мне кажется, что VR не взлетит. Это, ну, он не для этого, кажется. Я думаю, что Microsoft в этом плане более адекватно подходит с HoloLens, по-моему, да, называются очки. Mm-hmm. То есть вот эта же тема куда более интересная, чем игрули в шлеме. Руслан, а по поводу... если... Прости, давай. По поводу Scorpio и PlayStation Pro очень интересно посмотреть, что будет, в принципе, это за Scorpio. PlayStation Pro я не вижу особой надобности покупать сейчас. Возможно, через годик, но пока что... Ну, чтобы ее полностью прощупать, нужен хороший 4К телек, например, чтобы играть в игры 4К. В 4К игр сейчас не так много. А ты можешь, конечно, выбрать в настройках игры вариант в 1080p и 60 FPS, но это тоже такое себе. Вполне достаточно и того, что есть сейчас на PS4 в плане игр, графона и так далее. Поэтому... Очень интересно, что будет из себя представлять Scorpio, и вполне себе она может, Microsoft таким образом может себе как-то сделать мощный рывок вперед. Потому что Pro, ну, блин, нет смысла сейчас брать Pro. А будет ли потом? Будет ли потом, пока непонятно. Ну окей, давай тоже какое-то закругательное слово, если так можно сказать. Дим, скажи тоже про Scorpio и Pro, и тоже заключение. Ну, видимо, Руслан просто так как не пользуется Windows и не следит за этой всей историей, он не знает о том, что у Microsoft есть такая штука, как Windows Holographic. То есть огромная платформа внутри Windows, которая ориентирована на VR и расширенную реальность. Более того, сейчас Microsoft договорился уже со всеми практически производителями крупными компьютеров, чтобы они выпускали VR-гарнитуры до $300 по цене. То есть в целом где-то в районе 20 тысяч рублей, но не выше. Получается, будут VR-гарнитуры для компьютеров. Они но это для чего все? Они скоро уже поступят в продажу для PC. Не-не-не, зачем? И для Xbox. Это явно не для игруль. Это для игруль. Для игруль. Это для кино и для игруль. Это для всего. Это универсальная платформа, которая позволяет делать разработчикам и приложения, и игры, и даже с операционной системой взаимодействовать с помощью вот этих штук всех. И, соответственно, если Scorpio будет больше похож на писюк с виндой, подключенной к телевизору,
Соответственно, я предполагаю, что вот именно со Scorpio Microsoft сделает шаг в сторону VR большой. Ну, это очень интересно посмотреть, потому что пока что нет ничего. Есть куча проданных PlayStation VR, который, ну, такое себе, на вечерок, на два и забыть. Но пока от Microsoft нет ничего, поэтому очень интересно, что же будет. Вот HoloLens вообще не про игры, это совершенно другая штука. Но это очень клевая штука. Она это очень клевая штука. Она намного лучше, чем эти самые шлемы, как можно, блин, играть в джоб-симулятор. На работу как на игру. Ой, то есть это в игру как на работу, да. Ты будешь уставать, мучиться, тебе будет тяжело с VR, ты будешь... Кстати, я не знаю, как реализовано вообще в PSVR. Надо ходить как-то куда-то. Смотри, нет, головой. Нет, там все очень просто. Там вот, просто собственно, геймпад. Шлем, он как бы твою голову... ты крутишь головой, крутится в игре, камера точнее, да, у тебя есть, ты можешь, конечно, вот некоторые игры зацелены на джойстик, я вот играл в Beginning Hour Resident Evil, и есть игры, которые нацелены на управление при помощи мувов. Мувы — это плохой аналог Кинекта, очень плохой аналог Кинекта. И плюс ко всему, чтобы отслеживать эти мувы, нужна еще PlayStation камера. Ты уже чувствуешь, да? То есть на самом деле полный набор, если отдельно покупать все, обойдется тебе в $600. Если покупать бандлом, $500. А при этом ты говоришь, соответственно, что сколько стоят очки, которые вот эти для и винды, и для Xbox, $300. То есть на самом деле, Руслан, возможно... Нет. Так, и туда входят уже камеры, которые отслеживают действия твои. Ну, смотри, тут еще проблема в том, неизвестно, сколько будет стоить этот Xbox Project Scorpio. Кто-то говорил о том, что он будет стоить 600. Он будет явно дороже Pro, я думаю. Но... Я уверен, что 500 или 400. Что-то. Мне кажется, 400. Но сейчас уже пошли слухи о том, что он будет стоить 400 максимум. При $400, извини за выражение, такая мощная консоль, это просто бестселлер, извини, но тут прям нет выбора, просто надо бежать и покупать, потому что вот эти джагуаровские ядра в PlayStation 4 Pro, планшетные, да, от AMD, но это просто мобильник, условно говоря, в консоли, а полноценный AMD Zen, это вау, короче говоря, ты понимаешь, это тут несравнимая мощность, тут раза в 3, наверное, процессор быстрее Vega, видеокарточка, соответственно, установлена по сравнению с Polaris, она тоже минимум в 1.5 раза быстрее, чем в Pro, блин. Но пока сравнения. Это лишь влажные фантазии, но очень интересно посмотреть. Когда покажут уже, наконец, Scorpio? Ну, скорее всего, покажут на E3, да. E3. Ну, Scorpio, это, скорее всего, не один будет анонс. Явно должны кучу вдобавок, что еще у нас будет со Scorpio. А то смысл покупать Scorpio, если ничего для нее нету. Да. И они должны реально что-то сделать с сервисами, потому что сейчас будет уже, по-моему, в апреле, да, Артур, ты не помнишь, когда Creations Update для десятки? В мае, по-моему, хотели выпустить в итоге. Вот в апреле или мае? Может, перенесли на май. В нем будет уже куча всего для игр. Вот этот пресловутый гейммод. BIM будет встроенный, да. Причем, как я понял, гейммод и BIM будут прикручены к любой игре, в принципе. Я, честно, очень жду BIM. Классная штука, мне кажется, поскольку... Но сейчас это такая тема, когда ты должна... иметь Open Broadcaster, который подключается только к Win32 приложению, грузит твою систему чуть больше, чем полностью, и, в общем, ну, такое, в общем, стриминг, заниматься стримингом, это сейчас, ну такое, короче говоря, да. Последнее, что я хочу сказать насчет Xbox Scorpio, это мои опасения относительно моего опыта общения с Microsoft в плане того, как они выпускают новое поколение продуктов. То есть все мы помним, как они выпустили Windows Phone 8 и забыли про все устройства, которые работали на Windows Phone 7. Мы прекрасно помним, как они выпустили Windows 10 Mobile и, соответственно, забыли о том, сколько устройств... Вообще, сколько инсайдеров с устройствами на Windows Phone 8 обновились до тестовой десятки, ходили с ними почти год, ждали и верили. А не будет ли сейчас такой же проблемы, как выйдет Scorpio? Все, кто купил в свое время Xbox One простой или Xbox One S, они такие, типа, ну, окей. Опять облом, значит, часть это игр... Это будет фейл, это можно будет сразу хоронить уже. Заявлено, что игры для Project Scorpio не будут иметь эксклюзивы. Там точно так же, как PlayStation 4 Pro, за исключением VR-игр. А, то есть они просто будут выходить с более крутой графикой на... То есть они будут идти просто с крутой графикой на Scorpio и с каким-нибудь там убогим 720p на 30 fps на Xbox One.
На самом деле, отчасти это и хорошо, и плохо, потому что они не кидают. С другой стороны, разработчики будут иметь вот этого бедного несчастного родственника в виде Xbox One, которого они обязаны будут поддерживать, чтобы выпустить свою игру на Scorpio. Ну, согласись, ухудшить графику — это не улучшить графику. Если они будут делать мультиплатформу и изначально готовить игру к тому, что она должна идти там на компьютерах современных 4К 60 FPS с крутыми всякими текстурками, эффектами, то, очевидно, они будут готовить вариант с пониженной графикой для слабых компьютеров. Представь себе, что это одновременно делать игру для Xbox One и 360-го. Мы понимаем, что, блин, да тут разница в поколении прям, ну, гигантская. Тебе говорят, Zen и Jaguar — это большая разница. Я тебе скажу, что это то же самое, что делать игру для PC, когда ты пытаешься сделать игру какую-то новую, которая будет очень круто выйти на мощных всяких игровых устройствах, там, каких-нибудь Alienware-ах, Omen-ах или каких-то самосборных ПК, которые стоят сотни тысяч рублей. И при этом эта игра должна для того, чтобы продаваться, идти на каких-нибудь ноутбуках-коллегах. Главное, чтобы это все не превратилось в такую же историю, как с некоторым вариантом ПК-гейминга, типа вылеты, память не может быть, рид, ковыряние в настройках, что же сделать, чтобы FPS поднять и так далее. Да, кстати, отдельная тема такая, прям очень, в принципе, на самом деле, вы правы, мне кажется. Сука, я вот запускал, говорю, Forza Horizon 3, да, и у меня старая видеокарточка осталась при апгрейде. И когда я играл, у меня написано было: не хватает видеопамяти. Каждые минут 5 выходило сообщение прямо в игре: не хватает видеопамяти. И играешь вот дальше. Это очень было весело. Но это не на консоли, а на ПК. Это проблема ПК-гейминга. Мне кажется, суть как раз именно в этом. Сейчас все как раз идет к унификации. Xbox Scorpio, она будет заточена на вот это UVP. То есть мы делаем для UVP, для Scorpio, при этом как бы UVP, он и одновременно на Xbox One, и одновременно для PC. Три консоли одновременно. Плюс ко всему, на Scorpio будет поддержка игр со 360-го. А я думаю, к моменту там полноценного релиза, там, не знаю, или там, первого года жизни Scorpio, 360-й, скорее всего, игры уже закончатся, и они наконец дотянутся до оригинального Xbox даже. Я серьезно уверен, что они в итоге дотянутся до оригинального Xbox. Потому что это... Ну, знаешь, когда тебе говорят, окей, типа, купил консоль, на которой доступны игры со всех предыдущих поколений консоли. Это, мне кажется... просто маркетинг, да, что-то райское, потому что... Ну, собственно, то, о чем я и говорил, что они будут брать количеством игр просто. Именно. Ну, на самом деле, в общем, мысль именно такая. Посмотрим, все, видимо, решится на презентации на E3, тогда постараемся, видимо, сделать какую-то хорошую, адаптивную, на самом деле, наверное, презентацию. Не знаю, хватит ли у меня, получается, видеоряда для того, чтобы заполнить весь этот подкаст, если, конечно, буду делать видеоряд. В общем, ребят, была большая, супербольшая дискуссия на полтора часа. Большое вам спасибо, Руслан. Большое спасибо, Дима. Большое спасибо, Влад, что все время это нас слушал и записывал. Большое спасибо Василию, который, к сожалению, не ушел. Блин, отлично, ребята. Спасибо, что нас слушали. С вами была редакция onetile.ru, подкаст Metrocast. Меня зовут Артур Бакиров. И увидимся, наверное, на следующей неделе. Пока-пока. До свидания. Пока.